Всем привет, с вами Марс. Сегодня я хочу огласить конкурс на новую аватарку для моего канала. Что ж, стилистика этой аватарки должна быть что-то такое спартанское, воинственное. Тема — это древнегреческий бог войны Марс или Арес. У него много названий, знаете ли. В смысле имен, прошу прощения за такую оговорку. Обязательные атрибуты этой картинки — это щит, это какое-то оружие, копье или меч. Ну, а дальше ваша фантазия. Желательно красный цвет еще, да, чтобы преимущество было в красном цвете. Сейчас перед вами моя стандартная аватарка, то есть она мне очень нравится, но тем не менее, хотелось бы уже чего-то новенького. Итак, это не обязательно должен быть ваш рисунок, это просто должна быть картинка, которая действительно, ну, подойдет к моему каналу, которая мне понравится. Теперь перейдем к призам. Вы же любите призы, дорогие друзья? Не сомневаюсь, что любите. Так вот, победитель будет иметь возможность выбрать из трех игр. Первая игра — это Dark Souls Prepare to Die Edition. Вторая игра — это Skyrim Legendary Edition, со всеми дополнениями, разумеется. И третья игра — это ключик на закрытое бета-тестирование The Elder Scrolls Online, то есть, которое начнется 10 числа. Ну, итоги конкурса я, скорее всего, подведу числа 9. То есть, сегодня 7. У вас 2 дня. Я думаю, этого достаточно будет, ну, максимум 3, потому что еще 9. Вечером 9 числа я подведу итоги конкурса. Ну, естественно, если мне понравится несколько ваших работ, я придется раздавать призы всем. Это, конечно, меня крайне расстроит, но тем не менее. Да, будет за первое место, ну, пойдем по цене. Пойдет Skyrim Legendary Edition, за второе место пойдет Dark Souls, и за третье место, пожалуй, ключик на ZBT. Дальше ваша фантазия, ребят. Занимайтесь, работайте, мне будет очень приятно посмотреть на ваши работы, почитать то, что вы мне напишете. Отправляйте ваши работы на личку на Ютубе или в группу ВКонтакте. Ну, конкретно можно даже мне, администратор этой группы. Все, скорее всего, будет находиться по ссылке под этим видео. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео, дорогие мои.